Здрасте. Всем, друзья, приветуленьки. У нас 22-я ферма, и сегодня мы посмотрим на новую карту, которая, не знаю, как правильно сказать, готовится к выходу или уже вышла, короче, неважно. Сие творение у нас от разработчика карт Новобинский и Федорищи, или Федорищи. Простите, пожалуйста, меня тупорылого, я не знаю, как правильно. Ну вот, короче, тот же самый автор. Те карты были неплохие, значит, это должна быть неплохая. Логично? Логично. Давайте, в общем-то, вот такой первый взгляд кинем, посмотрим, что тут есть и стоит ли в это играть. Во-первых, у нас тут есть гаражи, которые можно открыть, и тут можно даже технику починить. В общем-то, внешний вид базы, вот я тут сколько побегал, вполне себе норм. Типичная такая база из колхоза. Чё-то тут вот, короче, написано даже. На заборе. Главное, что не три буквы. Уже хорошо. Так вот, база выглядит вполне себе неплохо, только что-то я не наблюдаю здесь элеватора. Сколько вот бегаю. Видимо, элеватор где-то в другом месте находится. А ну-ка брысь с моей базы, ублюдки. А то сейчас бензопилу возьму. Также на базе, кстати, есть вон заправочка. Можете сюда привезти или закупить здесь топливо и заправлять ваши МТЗшки классным топливом прямо на базе. Отлично. Так, ладно, погнали, посмотрим, что тут есть кроме базы. Ага, триггер открытия находится вот здесь рядом. Ладно. Хотя можно было выйти через обычный проход, но мне почему-то захотелось открыть ворота. В общем-то, вот так вот прогуливаясь, видно, что типичная русская карта, но сделана она хорошо. Каких-то прям сильно артефактов или косяков мне в глаза не бросается. Любителям прямоугольных полей эта карта, конечно, вряд ли понравится, потому что здесь все кривое. И поля, кстати, довольно-таки большие. Вот эти вот островки выделены внутри, поэтому если кто работает с курсплеем, курсплей их увидит, не проблема. Хотя вот эти кривые поля ему все равно вряд ли понравятся. Хотя, может быть, сейчас курсплей есть супер умный и работает супер классно. Не знаю. Что у нас здесь? Здесь у нас какая-то хреновина для животных. Это свиноферма. Да, для всех животных здесь есть участки, все построено, все работает, поэтому париться, искать, где же поставить свинарник, вам не придется. Мне вот нравится, когда все на карте уже стоит. Некоторые говорят, не люблю ограничивать себя рамками картостроителя, би-би-би. А мне вот нравится, когда все есть. Еще здесь есть такие вот маленькие огородики, типа вот такого вот поля. Можно даже приехать помочь его убрать. Артему Петрову. Это его поле. Правда, как сюда заехать на технике, у меня пока идей нету. Может быть, вот здесь есть заезд, да. В общем-то, помогайте бабушкам убирать картошку, вы тоже сможете. Константиновка. Да, тут 4 города, 4 поселка. Карта вымышленная, не по реальной местности. Выглядит вполне себе норм. Тут есть магазин, куда можно приехать что-нибудь продать. Это прикольно. Также, кстати, у нас во владениях есть дом, и нам дают машинку. В этом домике, скорее всего, можно даже спать. И, может быть, да, боже, зайди ты в него, я не могу попасть. Вот, домик, короче, как домик, обычно... Ух ты ж, ёжик. ВКонтактик открыт. Да, кстати, заходите вон в группу ВКонтакте, Goodfields. Ссылочка в описании на эту карту. Там вы сможете ее надыбить. Карта сейчас находится на донате. И как только... Ух ты ж, ежик. Привет, малышка. Я отсюда лучше уйду. А то, знаете ли, карта 18+, получается. Так вот, карта находится на донате, но когда там насобирается какая-то сумма, она будет бесплатной для всех, выйдет в общий доступ, и все смогут на ней играть. Прекрасная же новость, правда? А еще мне автор сказал, что можно сходить к соседям в баньку попариться. Где здесь вход? Вход не открывается, но можно понаблюдать в окошко. Короче, мы не будем наблюдать, там немножко это, 18+. Короче, скачайте карту и сами посмотрите. Так, что бы еще такого интересного вам здесь показать? Ну, во-первых, смотрите, есть территория с элеватором. Элеватор находится не на базе, а идет отдельно. Вот такая вот территория, где будете свой урожай хранить. Также на этой территории находится протравитель семян и, скорее всего, производство удобрений, насколько я понимаю. Только его надо купить. Территория уже куплена, а эту штуку надо купить. Что-то тут еще было. Комплекс зерноочистки. А, очищенное зерно надо, понятно. Удобрения здесь, видимо, не делаются. А также, как я говорил, расположены все загоны для животных. Можно эти территории купить без проблем. Ну и есть, конечно же, несколько заводиков для того, чтобы делать свою продукцию. Есть пекарня, есть зерновая мельница, есть маслоэкстракционный завод. Сахарный завод есть, расположенные они разбросаны по всем уголкам карты, что тоже классно, на мой взгляд. Макаронный цех есть. Вот это мне нравится. Ну и понятное дело, что здесь дохренище различных культур, чем можно заниматься. Пельмешки можно делать. Черт, я уже полюбил эту карту. Лапша быстрого приготовления доширак. 5 баллов за это. Замечательно. Вот.
Короче, народ, вот такой вот кратенький обзорчик получился. Вообще всем советую попробовать. Эта карта точно не хуже всяких расцветов ягодных и прочего такого вот из этой оперы. А с учетом того, что она новая, еще не приевшаяся, поэтому смело ставлю в один ряд, короче. А вот, поэтому ссылочка на группу ВКонтакте в описании, где это все дело можно нарулить. Ну а с вас комментарии, лайкусики, в общем-то, всякое вот такое вот. Всем огромное спасибо за внимание. С вами был Никита Зилей. И всем покаки.